покажу, как привязываю я как лидер. То есть я беру леску монофильную 0,4, отмеряю 12 метров. У меня стол 50 сантиметров. Вот 2,4 таких надо отмерить. Раз, два, 24. Ну, еще полметра беру, дам на узелки на всякий. Хлоп, отрезали. Берем тормозок. Надеваем на леску. Но не до конца. То есть петлю эту оставляем. Эту металлическую я откусываю. Снимаю. Теперь что делаю? Я вот эту вот травмированную леску убираю отсюда. Коротко сильно оставил. То есть я вот основную леску подтягиваю, эту туда, чтобы убрать травмированное. Ну, в принципе, я думаю, всем понятно. Эту сюда. То есть протягиваю основную нетравмированную леску. Все равно, когда пружинкой тянешь, она травмируется. Пружинка все-таки металл, и от металла она однозначно травмируется. То есть вот. Протянули. Остается вот. Вот она. Травма эта осталась. Вот где. Протянулись, остается вот такая вот петелечка небольшая. Теперь что мы? В эту петельку вставляем основную плетеную леску. Раз. И обматываем. Да, кстати, забыл сказать. Тормозка можно два ставить. То есть один, если надо менять глубину на меньшую. Один будет у нас на узле, а второй будет изменение глубины. Ну, я не ставлю второй. То есть вот, раз, ставили, да, леску. Обматываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, семь сделаем. Семь. И вот этот кончик вставляем опять в петельку. Опа. Хлоп. Понятно, да? Слюнем обязательно это дело и подтягиваем. Подтянули хорошо. Теперь что? Ну, сами знаете, да, что плетеная леска не расплеталась, ее надо подплавлять.
сквозь вот плетеную лесочку эту. Подплавили. И теперь что нам осталось? Осталось сдвинуть тормозок на узелок. Все. Вот и все. Эту леску обрезаем практически под ноль, чтобы она не цеплялась, потому что вот этой стороной же бьется об кольца. Все. Теперь осталось намотать на удочку. И одеть поплавок. Придерживаю рукой, наматываю. Одеваем поплавок. Вот таким поплавком я пользуюсь, номер 18. Черным кверху, то есть бочоночком вниз. Тут у меня вклеены бусинки. Сразу уже бусинки не надо дополнительно вклеивать. На леску одевать, вклеивать, говорю. То есть они у меня прямо поплавок сразу вклеены. Продеваем поплавок. Одеваем еще один тормозок, дабы не разбивать нижний узел. Ну, хотя это вот. Нужен он, не нужен, никто не знает. Ну, я делаю. Тут уже как обычный тормозок одеваем. И привязываем карабинчик, на который будем цеплять настрой. Хлоп. Узелок простой. И в петлю продеваем весь наш карабинчик. Подтягиваем, не забываем слинить. Ну, может мочить кому неудобнее, допустим, послинить. Все. Оставляем тут миллиметров 5 и сдвигаем тормозок. Все. Вот такая вот ситуация, система получается. Ну и также домашнюю заготовку шок-лидера делаем. То есть, чтобы на рыбалке потом время не терять. Одеваем тормозок на леску. Помните, да? Как это делается? Откусываем проволоку. Травмированную часть убираем. Бронированную часть передвинули, этот конечек подтянули, оставляем вот такую петелечку. Все. Ну, оставили кусок такой, чтобы тянуть. Ясно, да? Отмеряем. Двенадцать метров.
Отмерили. Коробочка у меня такая вот из-под шимановской тоже лески зимней. Все. Тут у меня уже один шок-лидер намотан. Вставляем. Со стороны петельки лучше не трогать. Все, и поехали. Наматываем. Аккуратно намотали. И чтобы она не распуталась, вот этой частью, которая у нас обрежется, вот сюда вставили. Бам, все. Хлоп ее в коробочку. Аккуратно. И на рыбалке.